показываю, как разводить сиалор. Что у нас здесь внутри? Таблетка. Также у нас здесь пустая бутылочка с пипеткой, вода для инъекций Буфус и инструкция. Влить в флакон растворитель. Вот у нас растворитель. Добавляем таблеточку. В нашем случае это вот такие пару кусочков. Закрываем. Взболтать до полного растворения таблетки. Примерно 15 минут. И взбалтываем. Пока взбалтываем, почитаем еще инструкцию. Готовый раствор хранить при комнатной температуре. То есть в холодильник убирать не нужно. Раствор использовать в течение 30 дней после приготовления. На бутылочке есть специальное такое место, куда необходимо вписать дату приготовления раствора. Очень удобно. Я еще пишу всегда на самой упаковке. Мне так удобнее, чтобы мне бутылечек не приходилось доставать. Тут еще очень мелко. Поэтому я пишу вот так вот крупно, прямо на упаковке. Я встряхивала флакончик 15 минут по инструкции. Посмотрим, что получилось. Вот такая темная жидкость. Напоминаю, я растворяла только половину таблетки, поэтому она такого цвета. Если вы растворяете целую таблетку, она у вас будет еще более насыщенного цвета, темного. Ну, вот такого цвета. Ставьте лайк этому видео, если оно было вам полезно. Подписывайтесь на мой канал и смотрите другие видео на моем канале.